Uzbekistan. Explore the magic. Make a wish on the many shifting stars that await. Туризм играет в наши дни ключевую роль в экономическом и социальном развитии Узбекистана. В последние годы эта отрасль переживает настоящий бум. Запущено множество проектов и программ по привлечению в индустрию гостеприимства инвестиций, новых продуктов и решений, по продвижению на рынке уникальных объектов и территорий страны. В 2023-м нашу республику посетило 7 миллионов зарубежных туристов. В сфере внутреннего совершен 21 миллион путешествий. Экспорт туристических услуг превысил 2,1 миллиарда долларов. Это 40% от общего экспорта услуг. В результате диверсификации туристического продукта средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Узбекистане увеличилась с 3-4 дней в 2017 году до 8-10 дней в настоящее время. На сегодня в этой сфере занято 370 тысяч человек. Благодаря динамично развивающейся бизнес-среде, предоставляемым предпринимателям льготам, новой инфраструктуре и возможностям, туризм становится все более популярным и среди молодежи. Итог коренной модернизации сферы. Узбекистан в 2023-2024 годах был признан страной с наибольшим ростом в индексе развития путешествий и туризма, публикуемом Всемирным экономическим форумом. В стратегии «Узбекистан-2030» обозначены конкретные целевые ориентиры. Это доведение числа зарубежных туристов до 15 миллионов, внутренних туристов до 25 миллионов, гостей, приезжающих по паломническому туризму, до 3 миллионов. Создание в республике 30 крупных туристических кластеров. Доведение экспорта туристических услуг до 5 миллиардов долларов. Медицинского и образовательного туризма до 1,5 миллиардов долларов в год. В октябре 2023-го Самарканд стал местом проведения события глобального уровня. 25-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации. Ведущая отраслевой структуры системы ООН, объединяющей 159 стран-членов и более 600 аффилированных организаций. На саммит прибыли высокие делегации, представляющие свыше 140 государств. Это признание и динамичного роста страны, эффективности реформ, инициированных президентом Шавкатом Мирзиёевым в последние годы, и мощного рывка вперед одной из стратегических отраслей национальной экономики. Бесспорное свидетельство растущего интереса к Узбекистану как одному из центров глобального и регионального туризма. 26 февраля этого года в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, была единогласно принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнеспособного туризма. Соавторами инициированной Республикой Узбекистан резолюции выступили более 80 стран-членов организации. Да, отрасль имеет огромный потенциал для роста, а потому ее последовательному развитию президент уделяет особое внимание. На сегодняшнем видеоселекторном совещании, прошедшем под председательством президента, были детально рассмотрены меры по улучшению туристической инфраструктуры и увеличению потока иностранных туристов. Отмечалось, что в условиях усложняющейся экономической ситуации в мире необходимо поддерживать отрасли, создающие больше рабочих мест, увеличивающие инвестиции и экспорт. Туризм обладает именно таким потенциалом. Каждый вложенный в эту отрасль доллар в итоге приносит доход в 3-4 раза больше. Каждое новое рабочее место в туризме создает еще 2 рабочих места в других секторах. В нашей стране много исторических, культурных и живописных мест. Вблизи их строятся туристические центры и гостиницы. Упрощаются процедуры, создаются удобства для туристического бизнеса. С целью обеспечения безопасности гостей организована туристическая полиция. В рамках форума UNWTO, прошедшего, как мы уже отмечали, в октябре прошлого года в Самарканде, были заключены инвестиционные соглашения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Среди них много проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры и строительство новых объектов. Так иностранные инвесторы начали организацию горнолыжного комплекса на 3000 гектаров между селениями Гелон и Сарчашма в Шахрисабском районе. Также разрабатывается мастер-план для селения Мираки. Этот район привлекает внимание и своей историей, и уникальными природными ландшафтами.
Более того, именно Шахрисабз был объявлен Организацией исламского сотрудничества туристической столицей 2024 года. В связи с этим были определены меры по развитию туризма в этом регионе. Прежде всего, будет создан туристический кластер в городе Шахрисабзе и Шахрисабзском районе. Дороги Хисарак-Гелон и Хисарак-Сарчашма длиной 33 километра будут расширены и отремонтированы. Трасса Чирокчи-Шуркудук также будет модернизирована, и время в пути от Самарканда до Шахрисабза сократится на 1 час. На реке Оксу, протекающей через Гелон, будут построены 3 гидроэлектростанции мощностью 24 мегаватта. В результате в туристическом кластере не будет проблем с электричеством. В профильном техникуме Шахрисабза по швейцарской программе ежегодно будут готовить 100 специалистов. Было подчеркнуто, что подобную работу можно организовать и в 20 районах с высоким туристическим потенциалом, таких как Ахангаран, Ургут, Нарата, Янгикурган, Паб, Чертак, Байсум, Сарасия, Бахмал и Фергана. Ответственным лицам поручено разработать мастер-план с привлечением иностранных консультантов. Как известно, недавно прошел международный фольклорный фестиваль «Байсун Бахары». В Махале Бибишерин построены 4-звездочная гостиница, амфитеатр и юрты на сумму 6 миллионов долларов. Были организованы развлекательные мероприятия. В результате поток туристов в Сурхандарью увеличился в 4 раза. Прозвучало на видеоселекторе и то, что интерес молодежи к экстремальному туризму постоянно растет. Поставлена задача разработать программу по развитию этого направления. Летом, естественно, повышается спрос на аквапарки и бассейны. В рамках выделенных в сфере средств в гостиницах строятся бассейны. Однако в регионах нет современных аквапарков, способных привлечь туристов. Туристические возможности вокруг природных озер также не используются в полной мере. Например, у озер Сичанкуль и Ачинкуль в Мережкорском районе нет ни одного места для отдыха. Озера Айдар-Арнасайской системы очень удобны для охоты и экотуризма. В связи с этим было предложено выставлять на аукцион земли для строительства аквапарков и проектов вокруг озер. После пандемии спрос на медицинский и оздоровительный туризм вырос. В санаториях и медицинских учреждениях нашей страны в прошлом году прошли лечение более 60 тысяч иностранных туристов. За последние 5 лет количество частных клиник увеличилось, но только 2 из них имеют международный сертификат. В качестве причины указано отсутствие целостного подхода к комплексному развитию медицины и оздоровительного туризма. От экспорта одних только услуг медицинского туризма можно выручить 300 миллионов долларов в год. В связи с этим анонсирован запуск программы «Медицинское гостеприимство» на основе опыта Южной Кореи, Турции и Индии. Отныне расходы частных клиник на прохождение международной сертификации и участие в зарубежных выставках будут покрываться из бюджета. Иностранным пациентам, посещающим клиники, будет возвращаться налог на добавленную стоимость. Врачам, выезжающим за границу для предоставления рекламно-диагностических услуг, будут компенсироваться транспортные и прожиточные расходы. С этой целью даны указания по международной сертификации больниц и санаториев, а также привлечению квалифицированных менеджеров. Отмечена важность установления постоянных и конкретных дат проведения традиционных фестивалей и дальнейшего упрощения пересечения границы. Еще одна проблема, препятствующая развитию туризма, связана с транспортом. За рубежом туроператоры покупают билеты как минимум за 6 месяцев вперед, поэтому туристические пакеты дешевле. У нас же билеты на самолет и поезд трудно достать. Их не найти за 1-2 месяца до поездки. В связи с этим Министерству транспорта поручено увеличить количество международных рейсов и запустить единую онлайн-платформу, предоставляющую информацию обо всех рейсах и возможность покупки билетов. Президент отметил необходимость запуска глобальной рекламной кампании, демонстрирующей весь туристический потенциал нашей страны. Будет проведен конкурс на создание контента, посвященного национальному туристическому бренду. В этом году в Ташкенте, а в следующем году в Хиве будут организованы международные гастрономические фестивали, на которых будут продвигаться узбекская кухня, насчитывающая более 300 национальных блюд. Поручено усовершенствовать систему выдачи электронных виз и запустить ее мобильное приложение. В рекламной кампании наряду с телевидением широко будут использоваться социальные сети. Для блогеров с большой аудиторией будут организованы информационные туры. На совещании глава государства провел открытый диалог с предпринимателями отрасли. Представители турбизнеса делились своими планами, рассказывали, какие проекты планируют реализовать у себя в регионах, для того, чтобы еще шире задействовать потенциал туристической отрасли. Отмечали, что важно постоянно работать над расширением спектра турпродукта и повышением его качества.
Предприниматели озвучили свои предложения, которые позволят обеспечивать рост отрасли драйвера. К примеру, по налоговой поддержке туроператоров-экспортеров. Ведь она, прозвучала, может обеспечить снижение себестоимости турпродукта, а по цепочке позволит расширить бизнес, создать еще больше рабочих мест. Предприниматели горячо поддержали инициативу президента по продвижению туристического потенциала Узбекистана на глобальном информационном и рекламном рынке. Прозвучали предложения по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Бизнесмены высоко оценили проводимую в стране работу по либерализации визового режима, расширению сети авиарейсов. Прозвучали предложения и по оказанию содействия туроператорам в пополнении оборотных средств, к примеру, для освоения новых туристических маршрутов. Исходя из этих и других проблем и предложений, дано указание по вопросам финансовой поддержки операторов туристических услуг, продление срока возврата НДС в виде субсидии, расширение географии экспорта, создание брендов национальных гостиниц, подготовки специалистов среднего звена и повышение их квалификации за рубежом. Ответственные лица отчитались о планах по привлечению 11 миллионов иностранных туристов в этом году и увеличению экспорта туризма до 2,5 миллиардов долларов.